Хана Бактимин! Что? Ким! Соф! Чин! Мы выиграли 100 грамм мяса! Целых 100 грамм мяса! Хана Бактимин! Гардероб Ви. О, становится хуже. Это... Я видел это в шкафу моего дедушки. У меня галстуки, которые подходят всем мемберам. Например, вот этот. Для Намджуна. А знаете, они все ему подойдут. Это слишком. А можно мы еще раз кинем? Попали на десерт? Давайте снова. Нет, нужно играть честно. Ну, мы можем это просто вырезать. Тогда ты будешь монтировать. Вот блин. Иди к Пак Чи Мину. Звучало как предложение руки и сердца. Как ты узнал, где будет Чи Мин? Поздравляю, Джин, мне твой партнер. Спасибо. Я так тебе завидую. Всем спасибо. Поздравляю. Я тоже Сок Джина боюсь. Напиши, пожалуйста, здесь. Ты должен написать название команды. Но если я напишу название команды, другая команда подумает, что... Никто не спрашивал. Это самая сложная игра. У нас уже есть десерт, так что нам нечего терять. Давай попробуем. 15, то есть 20 секунд, да? А давайте, если у вас есть десерт, мы дадим вам 15 секунд. Нетушки, я хочу 20 секунд. А сейчас Чонгук благословит ваши уши. Еще разочек. Продолжим. Сейчас очередь Джина. Джин сходит с ума. Я буду следить за тобой, Джейкоб. Мои глаза всегда смотрят за тобой. Никак не найдут себе места. Поверь, Джейкоб, тебе очень повезет. Раз, два, три. Джейкоб! Это спорный момент, подожди-ка. Роза попала прямо в Джейкоба. Только не ты! А вот теперь все честно. Доверься мне, я настоящая икона стиля. Вы не можете сдаться, BTS никогда не сдается. Подожди, не тот порядок. Вот это идеальный состав. Они будто мои крылья. Музыка будет ускорена в 2 раза. Что это? Джин просто делает вот так. Мы не можем это сделать. Мы проиграли. Я же говорил. Вообще-то у меня получалось. Посмотрите на этот узор. Да. Тэхён единственный человек, который может это одеть. Мне нужно кое-что сказать. Вообще-то, это подарок Джину на день рождения. Джин, не делай так. Такого больше ни у кого нет. Вперед, Ким Сок Джин. Тебе нужно встать. На старт. Внимание. Марш. Падает, как только игра началась. Победа Ким Сок Джина. Ты отлично проигрываешь. Лучший в проигрыше. Из-за свитера ты выглядишь таким мускулистым. Пожалуйста, покажи нам. Посмотрите на эти руки. Правда в том, покажи нам. Мускулы даже на плечах. На самом деле его рука вот такая. Вот с такой скоростью. Что это? Смотри внимательно.
Да что это такое? Там просто черный комочек. Ким Сок Джин, ответ. Проездной. Проездной, серьезно? Я думаю, мы очень близко. Мы очень близко, серьезно? Вы знаете, что это, мальчики. Итак, мы знаем, что это черное. Никаких обсуждений сзади. Они могут услышать. Что это такое? Ответ. Маска. Правильно. BTS хорошо спят, ворочаясь во сне. Чимин совершенно неподвижный. Быстро засыпает. А рядом с MC Шугой Чонгук, который тоже быстро засыпает. Вы, наверное, очень устали. Все мемберы спят хорошо. Неудачный поворот Чонгука. Проснулся, чтобы на это посмотреть. Не может сдержать смех. Эй, Чонгук, поднимайся. Что он делает? А теперь BTS научит вас отрываться. Если вам понравилось, поставьте лайк и... Раз, два, три. Подпишитесь на канал. Да, они смотрят и даже не лайкают. Мы вас любим. Спасибо за просмотр. Хорошо кушайте.